В эфире «Вечерний Витебск». С вами Артур Смоляков и Иван Павюченко. Сегодня поговорим о патриотической работе, которая активно проводится в Витебской области, и подведем итоги деятельности общественного объединения «Белая Русь». За последние годы сделано действительно много, и об этом расскажут наши гости. Тоже всем говорю добрый вечер. Ну вот начнем разговор с председателем Витебского областного совета депутатов Владимиром Владимировичем Терентьевым, потом начальником управления идеологической работы по делам молодежи Витебского облсполкома Мариной Владимировной Новицкой и директором Витебской средней школы номер 45 имени Маргелова Ириной Анатольевной Лошаковой. Вот мы знаем о том, что важное направление в патриотической работе – это работа по присвоению учреждениям образования имен знаменитых наших земляков. Как эта работа ведется, вот об этом и будем говорить. Да, ребят узнают о выдающихся земляках через историю их подвигов, учатся воспринимать историю родной страны. Расскажите, какая работа сегодня проводится в этом направлении и сколько учреждений образования за последние годы получили, если так можно сказать, новые имена? Направление это действительно не новое. Еще с советских времен была хорошая практика, когда школы, пионерские дружины носили имена выдающихся земляков, героев Советского Союза, социалистического труда. Мы к ней, наверное, вернулись где-то несколько лет тому назад при подготовке к 75-й годовщине освобождения и победы в Великой Отечественной войне. Тогда вдруг ощутили, что много делается в этом направлении, но вот эта вот работа, которая активно проводилась в советские времена, у нас как-то немножко затухла. Тогда было принято решение сессии, мы стали активно заниматься. Я вот сегодня хочу высказать слова благодарности руководству ряда регионов. В первую очередь, конечно, это уже бывшему руководителю Первомайского района, ныне руководителю нашего города Николаю Валерьевичу Орлову, руководству Витебского района, Городокского, Шумилинского, Ушакского районов, где действительно подключились к этой работе. Если говорить чисто по цифровому материалу, даже за последний год 15 школ в этом году уже получили имена героев, и по 22 школам мы сегодня работаем. Причем важно, что достаточно очень широкий аспект. Это от серьезных военачальников, лиц, известных в нашей истории, таких как Баграмян, таких как тот же Черняховский, таких как Захаров, и наши простые земляки, те, которые находились когда-то рядом с нами, которые, в принципе, вместе с нами строили ту же Республику Беларусь. Владимир Владимирович, насколько мне известно, вот инициатива возрождения, скажем так, этой традиции присвоения нашим учреждениям образования имен знаменитых земляков, она принадлежит вам, да? Какая основная цель, вот как вы считаете, для чего это нужно и зачем? Цель, естественно, одна. Мы должны помнить свою историю, это первое. Второе, конечно, очень важно, чтобы вот сегодня в этой работе были вовлечены наши дети. А в Великой Отечественной войне прекрасно помнят наши бабушки и дедушки, которые, к сожалению, уходят. Помнит старшее поколение. К сожалению, сталкиваешься с тем, что наши молодые люди очень часто не помнят не только событий той войны, но не помнят ее героев. И поэтому, в общем-то, это был первый толчок. И более того, скажем так, наверное, толчком послужило мое знакомство с Иваном Сергеевичем Баграмяном, внуком Ивана Христофоровича Баграмяна, бывшего командующего Первым Прибалтийским фронтом. Когда я познакомился с этим человеком, который действительно увлеченно рассказывал о своем деде, который вел вот эту пропагандистскую работу, конечно, захотелось к этой работе, в общем-то, как-то стать не то что поближе, но да заняться этой работой. Я, в общем-то, выступил с инициативой не как председатель областного совета, а как руководитель Белой Руси, обратился к руководству Витебского горисполкома с предложением присвоить средней школе номер 46, которая находится на проспекте Баграмяна, имя Ивана Христофоровича Баграмяна. Второе такое вот было, скажем, инициативное предложение. Находясь в Чашнинском районе, там было замечательное событие, переехал в новое здание музей. И я для себя, человек, который по образованию историк, с удивлением узнал, что Евгений Филиппович Ивановский, бывший первый заместитель министра обороны СССР, командующий 33-й армией, которая освобождала город Витебск, и имя армии, которые носят одна из улиц, является уроженцем Чарея Чашнинского района. Естественно, тоже захотелось как-то увековечить это имя, и тоже вышел с предложением, чтобы 47-я школа носила это имя. Дальше, я уже сказал, инициатива, в принципе, и местных органов власти, инициатива Главного управления по образованию, инициатива директоров школ, поисковиков, вы знаете, стала, может быть, такое не совсем корректное выражение, как ком пошла.
Люди действительно стали заинтересованы работать во всех направлениях. И, как я уже говорил, сегодня мы видим, это те люди, которые были рядом с нами, но, к сожалению, ушли из жизни, как Новоселкинская школа в Поставах, которая сейчас носит имя Олега Адольфовича Володько, героя социалистического труда, который совсем недавно ушел из жизни. 15-я школа в городе Витебске в Рубе, которая сегодня носит имя Марии Яковлевича Манихиной. 21-я школа, опять же, в том же городе Витебске, герой Советского Союза Демид, который после Великой Отечественной войны работал в этой школе заместителем директора, потом учителем трудового воспитания. Можно называть сегодня десятки фамилий, которые благодаря вот этой работе сегодня мы вспоминаем. Которые действительно вспоминаем не только мы, вот уже, скажем так, себя причисляем уже к старшему поколению, но благодаря этому сегодня вот наши дети вновь для себя открывают эти фамилии. Выдающихся военачальников, просто тех героев соцтруда, героев Советского Союза, да и просто знаменитых личностей, которые когда-то родились в их местности, которые кто-то учился в этой школе, кто-то преподавал, ну а кто-то просто жил здесь рядом. А вот я как раз хотел спросить, совершенно не обязательно, чтобы человек был с этой школой связан, правильно? Конечно, ведь? Нет. А по какому принципу, вот как это получается, от кого исходит эта идея, ну, не у всех же еще школ, да, есть имена, вот как происходит? Ну, вы знаете, идеи самые разные, я вот опять сейчас, к сожалению, так получилось, что много приходится не говорить слово «я», может быть, просто в последнее время действительно где-то жил этой темой. Мы сейчас работаем над присвоением, мы уже полностью готовы все документы, и 11 января следующего года мы присвоим имя Ивана Черняховского одной из школ Дубровинского района. Но как сегодня не начать работать в этом направлении, если на той территории, где находится школа, до сих пор существует сельскохозяйственное предприятие, которое с 64-го года носит название Ивана Черняховского? Как начать работать в этом направлении, если в 150 метрах от школы находится бюст известного военачальника? В 15 километрах находится бывшая ставка 3-го Белорусского фронта, который возглавлял Черняховский. И, по сути дела, операция «Багратион» началась именно в Дубровинском районе, и Черняховский как раз там руководил. Конечно, это интересная тема, которая сегодня действительно интересна. Таких примеров очень много, когда появилась в городе-городке аллея героев. С удивлением тоже узнали, что вот есть такой замечательный, был замечательный человек Иван Петрович Соболевский. Медик, абсолютно гражданский человек, но он известен тем, что это был первый медик в СССР, получивший звание Героя Советского Союза. А за что? Он был медиком на ледоколе Седов. Практически молодой человек, который тогда вот в том дрейфе был врачом и за свои гражданские подвиги получил Героя Советского Союза. Поэтому таких направлений много. Школа в Езерище сегодня носит имя своего бывшего директора, комиссара партизанского отряда. Что-то, конечно, связывает. Кто-то погиб, освобождая, кто-то родился в районе. Инициатива часто идет, скажем так, от, как мы раньше говорили, от следопытов, идет от поисковиков, от тех людей, которые заинтересованы, действительно, чтобы вот это вот имя вошло в историю, и чтобы наши дети, ну, помнили своих героев, помнили своих земляков. У меня вопрос к Марине Владимировне, наверное. Вот если говорить о тех городских школах, которые одними из первых получили статус, да, приобрели имена знаменитых земляков. Вот если говорить о той патриотической работе, которая сегодня проводится в этих школах, вот насколько, может быть, на новый уровень она вышла с приобретением нового статуса в этих школах? То есть, ну, наверное, можно уже провести какой-то анализ и подвести итоги за то время, пока школы работают в новом статусе. Спасибо, Артур, за вопрос. Я, наверное, еще вот продолжу ответ Владимира Владимировича. Откуда инициатива? Инициатива, действительно, она очень разноплановая. Если мы возьмем некоторые школы, вот, дополню, города Витебска, то, например, средняя школа номер 12 имени Леонида Филипенко. Мы все знаем, что на территории учреждения образования находится музей почетных граждан города Витебска. И, в принципе, это один из последних свидетелей тех событий, который рассказывал свою историю, и руководитель музея Елена Петровна Мовсисян, она записывала воспоминания, и тогда появилась вот эта инициатива, а почему бы школе не носить действительно имя легендарного человека. Если мы говорим о наших узниках, то средняя школа номер 24 имени Маскаева, это тоже узники, они вышли с инициативой, и спасибо и Владимиру Владимировичу, и городским властям за то, что эти идеи поддерживались. И когда мы говорим, что у нас
гимназии номер 9. Там долгие годы народный музей 43-й армии. 36 лет. Да, почему бы не носить школе, гимназии имя прославленного героя? Поэтому, конечно, благодаря вот этой работе и активизировалась работа с нашим населением. Мы знаем, что сейчас на доработке и, в принципе, уже последний этап согласования находится программа патриотического воспитания населения. Вот здесь вот хочу обратить внимание, что именно население здесь от дошкольника до людей уже более такого зрелого возраста мы прослеживаем и обращаем очень большое внимание именно на патриотическое воспитание. На сегодняшний день, когда присваивается имя учреждению образования, здесь волей-неволей необходимо найти историю, найти истоки, найти и пройти тот путь, который прошел герой. И потом на себя примерить иметь звание, вот если мы говорим, например, про 45-ю школу, маргеловцы. Они же с гордостью о себе говорят, маргеловцы, да. Наш университет имени Петра Мироновича Машерова носит имя, да, то есть это уже давно имя легендарного человека. И они на сегодняшний момент себя с гордостью называют машеровцами. Вот это то, наверное, направление, когда мы уже на таком подсознательном уровне в нашем молодом поколении закладываем уважение, закладываем интерес к нашей истории, но самое главное, что мы понимание того, что, наверное, будущее только складывается вот на таких исторических моментах. И вот, наверное, тут сразу к слову хочу, вот у меня есть, когда мы открывали и присваивали 46-й школе имя Баграмяна, вот за подписью сына адресована книга, и, наверное, как никто, он действительно, вообще, если разобрать на цитаты, очень много точного попадания в наше время. И вот если мы возвращаемся к тому патриотизму, опыт истории свидетельствует, что путь к победе тернист, и с честью преодолевают его лишь те, кого окрыляют чувство патриотизма и благородства цели. Ну вот, наверное, это и есть то воспитание, которое мы должны закладывать у нынешнего нашего поколения. Вы упомянули тот факт, что книгу подписал родственник Баграмяна, да? И вот отсюда следует вопрос, насколько вообще сегодня поддерживаются, может быть, связи с родственниками героев, вот, которые, именами которых сегодня названы школы. Вот насколько эти связи, может быть, сегодня актуально и активно. А вы знаете, действительно очень живо и активно поддерживают вот это направление, которое проводится у нас в Республике Беларусь. Ведь очень многие родственники находятся за пределами республики, живут в Российской Федерации. И, например, в этом году у нас средняя школа номер 42 носит имя Райцева, и на последнем звонке присутствовали дочь Райцева, внучка Райцева. И когда директор школы объявила, что сегодня, то есть это июнь 21 года, первые выпускники средней школы номер 42 имени Райцева, вы просто не представляете, насколько гордость читалась в глазах вот этих вот людей. И если мы говорим о 31-й школе, то племянница Веры Харужи, внучатая племянница, тоже поддерживается отношения. То есть, наверное, практически все те родственники, которые живы на сегодняшний день, они поддерживают достаточно тесные отношения, какие-то пополняют экспонатами музея, музейные комнаты, воспоминаниями. И вы знаете, когда проводятся те или иные мероприятия, они даже присылают письма благодарности. Вот 24 апреля одномоментно во многих регионах, чьи улицы, в городах, где есть улицы имени Белобородова, проходил субботник. То есть в один момент, в одно и то же время, здесь часов он стартовал по городам Российской Федерации и нашей республики. И потом в ответ мы получили письмо благодарность, где писали родственники, что, я даже вот, наверное, тоже зачитаюсь, подготовлюсь, что я рад, что крепнут связи между образовательными учреждениями наших стран. Ведь цели у нас одни, и будущее мы будем проживать вместе. Очень хорошо, что эта работа занимает почетное место у вас в республике. Значит, вы на правильном пути. Вот связь, она действительно очень крепкая. Я здесь немножко, Марина Леонидовна, добавлю, в каком
нюансе. Для того, чтобы школа носила имя того или иного героя, мы должны получить письменное согласие его родственников. Без письменного согласия, без того, что мы их нашли и не стали с ними работать, то есть эта работа просто не будет продолжаться. И она, по большому счету, уже там, да, где школы давно носили эти имена, она здесь просто крепнет и продолжается. А там, где у нас только началась эта работа, конечно, мы начинаем в первую очередь с того, что мы находим родственников. И да, есть такие моменты, допустим, как я уже говорил, но вот Иван Сергеевичем Баграмяном работаем активно. На этой неделе он будет в нашем городе и будет работать и в 46-й школе города Витебска, и в первой школе городка. Допустим, также достаточно легко было найти родственников и Ивана Черняховского. Буквально вот мы сейчас закончили тоже работу, получили согласие еще одного родственника, внука бывшего командующего 2-м Белорусским фронтом генерала армии Захарова. Это профессор, доктор наук Афанасьев. Мы сейчас работаем над присвоением средней школы номер 1 города Полоцка. Иногда легко. Иногда очень сложно. Я сегодня назвал Александра Петровича Соболевского. Выяснилось, что в 90-е годы его сын уехал в Соединенные Штаты Америки. Передал все награды отца в музей в Санкт-Петербурге и уехал. И мы практически уже отчаялись найти, но чисто случайно в городе Пушкино все-таки вот нашли его внука, который тоже вот с радостью дал вот это вот согласие. Ну и надеемся, что где-то по весне он к нам приедет. То есть вся вот эта работа, она в любой ситуации ведется через родственников. Пускай это уже, скажем, уже третье поколение, это уже правнуки, праправнуки. Но люди действительно с гордостью. В подавляющем большинстве, если будет время, я скажу, к сожалению, есть и обратные примеры, почему и мы должны сегодня этим заниматься. Но вот такой единственный пока, слава богу, случай, когда у нас отказали родственники, но в подавляющем большинстве все с огромной не просто радостью, с огромной благодарностью вот вовлекаются в этот процесс и работают вместе с нами. Это замечательно, что эта работа проводится, что связи с родственниками героев поддерживаются. Вот у нас в гостях сегодня Ирина Анатольевна Лошакова, директор Витебской средней школы номер 45 имени Маргелова. Ирина Анатольевна, насколько почетно для вашей школы вот носить имя знаменитого земляка и какая патриотическая работа сегодня в школе проводится? Я могу сказать со 100% уверенностью, что действительно это очень почетно как для всего коллектива школы, так для учащихся, ну и, наверное, для родителей также. Нам было присвоено имя нашего Василия Филипповича нашей школе решением Витебского городского исполнительного комитета от 20 апреля 2020 года. Я соглашусь, что до присвоения, до этого события нами была проведена кропотливая работа по поиску родственников Василия Филипповича, дабы у них получить разрешение. Нам удалось разыскать в городе Москва его сына, который на сегодняшний момент, к сожалению, его уже не стало. В марте этого года он ушел из жизни. Виталий Васильевич Маргелов. Посредством электронной почты мы получили от него письмо с большими словами благодарности, с надеждой на то, что это даст новый импульс для развития нашей школы, что это послужит неким толчком для дальнейшего развития в направлении патриотизма, любви к родине. А также, что было очень приятно, что это послужит неким сигналом для, может быть, взаимной работы Беларуси и России, потому что все родственники Василия Филипповича на данный момент проживают в Российской Федерации. Мы, конечно же, его приглашали и на торжественное мероприятие, посвященное присвоению имени, но в связи с эпидемиологической обстановкой и в силу своего уже возраста, к сожалению, он не смог приехать, но письмо, напутственное письмо нашим учащимся он, конечно, адресовал. Поэтому на данный момент у нас происходит налаживание взаимосвязи с его внуками. Хочу сказать, что у Василия Филипповича было 5 сыновей. И все они служат большим примером становления их как личностей. Допустим, вот Виталий Васильевич стал генерал-полковником, тоже посвятил себя военной службе. Его сын Михаил, на связь с которым мы надеемся выйти, он является депутатом Российской Думы. Но
есть надежды на то, что мы будем налаживать взаимосвязи не только именно с семьей Виталия Васильевича, но и с другими 5 его сыновьями. А скажите, а насколько уже поменялась, не знаю, жизнь в школе, работа в школе с присвоением этого звания? Может быть, какие-то уроки проводятся специальные для того, чтобы ближе познакомить детей с подвигами героя Советского Союза? Может быть, с кем-то сотрудничаете? Есть какие-то тематические да, уроки? Да, спасибо за вопрос. Знаете, сказать, что совсем-совсем кардинально, я, наверное, так не скажу, но такая большая работа сейчас ведется. Мы почувствовали себя другими, все-таки другими, потому что вот Маргелов... Маргеловцы. И вот это слово настолько нам близко, всем близко, от первоклассников до одиннадцатиклассников. Мы себя везде позиционируем как маргеловцы. И у нас знакомство с этим легендарным человеком уже происходит буквально со школьного двора. На главном корпусе, учебном корпусе нашей школы, благодаря Юрию Дубовскому, граффитисту, нанесено граффити Василия Филипповича. И у нас уже стало традицией проводить линейки, посвященные 1 сентября, именно вот на этом школьном дворе. Далее там первоклассники видят портрет, спрашивают, а кто это, а что это. Затем их первые учителя проводят вдоль Вишневой аллеи, которая была высажена в этом году, в мае, в преддверии Великой Победы. Высажена Вишневая аллея. Мимо проходя, конечно, учителя уже начинают знакомить первоклассников, по какой причине, что символизирует она, что вообще символизирует это дерево. И на первом уроке 1 сентября это уже стало доброй традицией. Учителя рассказывают, конечно, в разных классах, используя свои формы подачи материала, рассказывают про Василия Филипповича. Ну, мы знаем, что в 45-й школе действительно проводится большая патриотическая работа, и прямо сейчас я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который расскажет о том, какой праздник организовали в 45-й школе, как раз-таки в день присвоения школе имени Василия Маргелова. Давайте посмотрим и продолжим нашу беседу. Памятаем и гонорымся с военным оркестром разом с мужными десантниками, виртуозным полетом над дахом школы и пригожим и докладным приземлением группы парашютистов. В средней школе номер 45 города Витебска присвоили имя героя Советского Союза Василия Маргелова. Имя генерала армии Василия Маргелова несколько годов носит в улицу у областном центре. Присвоение школе имя десантника номер 1 – гонор и великая отказность для педагогов и вучнев. Упевнены депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь, член комиссии по адукации, культуре и науке Татьяна Аутухова. Мне сегодня особенно почетно и приятно присутствовать в родной школе, которую я возглавляла на протяжении 17 лет до избрания в парламент Республики Беларусь. Присвоение школы звания Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Конечно, данное звание школы накладывает определенную ответственность на весь коллектив. Нужно будет делами подтверждать такое высокое почетное звание, но знаменательно еще то, что присваивается оно в преддверии еще одного знакового события для школы. 1 сентября 2021 года коллектив отметит свое 25-летие. 45-я – одна из самых великих школ города. Тут дейничая центр допризывной подрыхтовки. У планах – створение музея, присвеченного герою. Установа адукации сябрует с десантниками. Навученцы наведывают дзённый лагерь при 103-й Витебской особной гвардейской поветренно-десантной бригаде. Для каждого десантника это человек не просто военнослужащий, это человек-легенда. Каждый его знает. Он очень много сделал для развития воздушно-десантных войск в Советском Союзе. Ну и, конечно же, неоднократно посещал нашу бригаду. Военнослужащие бригады будут дальше содействовать военно-патриотическому воспитанию в самой школе, на уроках допризывной подготовки.
радость и страх свободного падения, демонстрация силы и спрыту. На школьном стадионе десантники организовали сапраўднае шоу. Хлопцы промирали военную амуницию и зброю, девчата с захоплением сочили за полетом парашютистов. Крылатая пехота створила неповторный ореол героизма и романтики. Я всегда мечтал дернуть затвор автомата Калашникова. Больше всего понравилось выступление, то, что над нашими головами прилетел самолет, что неожиданно было. И все понравилось. И то, что теперь 45-я школа носит имя Маргелова. То, что у нас есть защитники нашей Родины, и нам нечего бояться. У нас будет мирное небо над головой. Брать за приклад якости уластивые герои, быть годными громадянами своей краины и взять на себе отказность за ее будущую. Як напомин подрастающему поколению про мужность и героизм. Кожную раницу самолет и десантник-парашютист будут сустракать для школы. Ну вот посмотрели сюжет о том, как 45-я школа получала новое звание, новый статус, да, и мы заметили, что есть одна замечательная традиция. Каждая школа, которая получает имя знаменитого земляка, получает и граффити, да, с его изображением. Расскажите немножко о том, может быть, какая школа следующая получит такое граффити и насколько эта традиция себя оправдывает. Здесь, наверное, можно я эту тему продолжу, потому что действительно, когда присваивали имя Баграмяна 46-й школе, это была личная инициатива Владимира Владимировича. Он вышел с этой инициативы и предложил вот таким образом тоже эту память увековечивать. И сейчас у нас уже ряд учреждений образования в городе Витебске, которые имеют на своих фасадах графическое изображение героев. Это 46-я, 47-я школа, 43-я, 42-я, 5-я гимназия. Я думаю, что действительно, даже тем самым увековечив память вот, в графическом нанесении портрета, подходя к учреждению образования, уже остановишься, задумаешься. Сейчас, используя интернет-ресурсы, можешь обратиться и прочитать о героях. То есть вот из маленьких таких крупиц мы и складываем действительно патриотическое воспитание. Я думаю, что это честь иметь такое графическое изображение. Я думаю, что наши учреждения образования это будут продолжать и дальше. А художники это всегда одни и те же люди или это кто откликается? Данных учреждений образования это один и тот же художник, потому что мы по почерку видим, потому что в одном стиле. Здесь право учреждения образования выбирать, то есть здесь ни в какие рамки никто не заключен. Вообще, знаете, само изображение, конечно, ничего здесь нового нет. Оно было просто подсмотрено. Мне мой товарищ, с которым мы занимаемся вопросами увековечения, подсказал, говорит, посмотри, меня сбросил, в принципе. Это портрет Жукова на Арбате в Москве. И вот уже примером действительно маршала послужило вот первое. То есть это послужил Баграмян. И потом вот эта хорошая традиция пошла сегодня по школам. И действительно, когда особенно в новых микрорайонах и тот же Ивановский, и Баграмян, когда ты видишь это с огромного расстояния, с подсветкой, конечно, это очень знаково и красиво, ну, и достойно. Очень знаково и очень почетно не только получить на стенах, скажем так, учреждения образования подобное граффити, но и в целом получить статус новый, да, и получить имя, да, героя. Вот, ну, я знаю, что многие школы Беларуси сегодня вообще сражаются за это право, да, проводятся различные конкурсы, школьники изучают, может быть, историю знаменитых земляков, да, и соревнуются, разрабатывают различные проекты, ну, чтобы завоевать это право, и чтобы школа носила вот это имя. Вот в Витебской области возможно ли существование таких проектов, либо это как-то... Наверное, когда количество школ будет все меньше и меньше, чтобы учить имя. Вы знаете, ну, в любой школе идет действительно, когда школа захотела присвоить какое-то имя, там идет серьезная кропотливая работа, она большая. Тут мы школы можем разделить, скажем, на два типа школ. Те школы, как уже Марина Владимировна говорила, в которых была традиция, такие, как бывшая 36-я школа, 9-я гимназия, где музею 36 лет, как бывшая 32-я школа, 5-я гимназия, где музею 39. 9-й армии, которую руководил Лютников больше 40 лет. Мы буквально вот на прошлой неделе были в школе в Бычихе. Музей исполнилось 1 сентября 60 лет. Конечно, там логично было, что именами руководителей вот этих армий, которые они руководили, то есть назвали эти школы. Ну а где-то начинаем с нуля.
как та же 45-я школа, которая, по сути дела, она находится на улице Маргелова. Рядом находился мемориальная доска. Было принято решение, и сегодня, конечно, школа настолько увлечена, что, наверное, количество взаимоотношений 103-й гвардейской, как ни с кем больше сегодня. И гвардейцы бывают, и бывают, скажем, ветераны там очень часто бывают. Поэтому, наверное, что придет то время, когда действительно будут бороться за это между собой. Но я вам скажу, важно уже то, что школьники себя действительно ощущают, как было сказано, маргеловцами. Я в это воскресенье посещал ПГУ, Полоцкий государственный университет. Встречался с выпускниками наших педагогических классов. И знаете, мне настолько было приятно, подошла девочка и представилась. Меня зовут Янина, назвала фамилию, потом говорит, ученица 11 класса средней школы номер 3 имени Щербакова города Новополоцка. То есть для нее уже неразделимо. Сама средняя школа номер 3 и то, что она носит звание Щербакова. И она это сказала с такой вот гордостью. То есть, конечно, вот это ощущение, что ты уже принадлежишь какой-то вот, наверное, какому-то особому, если не сорту людей, то, наверное, какой-то общности, дети это ощущают. И это действительно здорово, и это прекрасно. Владимир Владимирович, если говорить о планах на будущее вот в этом направлении, сколько еще учреждений образования Витебской области в ближайшем будущем, ну, возможно, получит, да, новый статус? И, может быть, что за учреждения образования, почему выбор пал именно на них? Ну, я уже сказал, что сейчас, даже на данный момент, 22 школы работают над сбором документов. 22 школы. Мы над школами, скажем так, нет такого какого-то плана, какого-то графика, никто никого не заставляет. Если администрация школы, если педагогическому коллективу, если сегодня детям это интересно, они этим занимаются. Наша задача их только в этом поддержать. Конечно, из тех школ, которые в ближайшее время получат свои имена, и мне это приятно, в одной из них я начинал когда-то работать. Я знаю, Артур, вы эту школу заканчивали. В 17-й школе прекрасный музей. Да. И она сегодня с прекрасными традициями школы. Эта школа сегодня работает над присвоением звания Героя Советского Союза. Конечно, абсолютно правильно, что средняя школа номер 2, которая находится на площади Победы, рядом с мостом Блохина, сегодня борется за присвоение его имени. Это абсолютно правильно, мне кажется. Дети должны знать, а то пройдет еще 10-15 лет, и мы не будем даже знать, почему мост носит это имя и чье это имя. Поэтому работа ведется целенаправленно. Как я уже говорил, какие-то школам присваивается имя, продолжается работа уже над созданием музейных комнат, музеев, а какие-то школы только приступают к этой работе. Работа многогранная, работа не такая простая, потому что, я говорю, требует все-таки больших поисковых усилий для того, чтобы найти родственников. Многие родственники сегодня находятся за границей. Кто-то действительно, как мы сегодня говорили по Бычихинской школе, там пришлось отправлять 11 электронных писем в разные адреса. И когда подключились волгоградцы, небезразличные, подключились ваши коллеги-журналисты, и подключились музейщики из музея на Мамаевом кургане, и подключились органы УВД, чтобы найти родственников. И сейчас, вы знаете, даже такое движение создалось. Когда вот с удовлетворением волгоградцы восприняли эту идею и сегодня оказывают содействие нам в сборе материала. То есть еще ищут, правильно же? Еще не нашли, слава Богу, получили присвоение героя. И вот мы в день 16 декабря, как раз в 78-ю годовщину освобождения Бычичи, школе было присвоено вот, имя Героя Советского Союза Ивана Антоновича. Ивана Николаевича Антонова, да. Ну, вот тема с присвоением имени Ивана Николаевича Антонова в средней школе в Бычихе действительно очень интересная. Наши корреспонденты побывали на торжественной церемонии. Давайте прямо сейчас посмотрим небольшой видеосюжет с Мариной Владимировной и Ириной Анатольевной. Прощаемся, благодарим за то, что пришли к нам в гости. Совсем скоро вернемся в студию и продолжим беседу.
памятаем, ганарымся, шануем. У Бычыхінскай сярэдняй школе пільную ўвагу надаюць ваенна-патрыятычнаму выхаванню падрастаючага пакалення. Сёлета школьнаму музею баявой славы споўнілася 60 гадоў. Тут беражліва захоўваюць шматлікія экспанаты гадоў Вялікай Айчыннай вайны і перапіску з роднымі загінуўшых герояў. Справа гэта не спыняецца, дзякуючы ініцыятыве настаўнікаў і саміх школьнікаў. Так дзевяцікласнік Руслан Стельмах рэалізаваў праект «Дзякуй за перамогу ветэранам». Ён звярнуўся да аднакласнікаў з прапановай расказаць аб родных і блізкіх, якія прымалі ўдзел у самай кровапралітнай вайне 20-га стагоддзя. Началі прыносіць, вот в першы же дзень прынеслі фатаграфіі, какія награды былі, многа очень інфармацыі, красіва ўсё аформіла ў відзе калажэй. Всё это мы сделали дома с моим одноклассником вот к 16 декабря. Свой подвиг капитан Иван Антонов здійснив 16 снежня 1943 года. Окруженная в районе станции Бычыха группа немецких танков и батальон солдат вермахта імкнулися прорваться у накірунку вёскі Быкі. Командир танковой роты огнем и гусеницами знішчав огнявые кропки фашистов. А калі яго боевую машину подбили, заняв оборону и до апошняга стримливав переузыходящие силы противника. Знайсці родных Ивана Антонова доўгі час не атрымлівалася, але карпатлівая работа з дакументамі прынесла свой вынік. Блізкіх героя-танкіста знайшлі ў Волгаградскай вобласці. Нам удалось найти родственников Ивана Николаевича Антонова и получить их письменное согласие. Благодаря небезразличию жителей Волгоградской области. Нашелся двоюродный правнук Ивана Николаевича Антонова Сергей Эдуардович Деревянкин, который откликнулся и с благодарностью передал наилучшие слова пожеланий и согласие о присвоении имени героя. Работа по присвоению навучальным установам имену Герою Советского Союза началась на Городочине в 2020 году. Бычыхінская средняя школа стала четвертой по лику удостоенной такого гонору. В ближайшее время мы присвоим имя Пальминской средней школы, тоже Героя Советского Союза, Николая Ивановича Аверченко. Разрабатывается сейчас, ведется исследовательская работа по нахождению родственников, по нахождению каких-то исторических фактов, тоже Героев Советского Союза. Вышедская средняя школа, детский сад, это Николай Иванович Гапионок. И ведется работа по присвоению имени Меженская, детский сад, средняя школа, Героя Советского Союза Козлова. Больш за 25 тысяч советских солдат загинули в боях за вызволение Городочины. У районе ведется пошуковая работа. Знаходят новое похование и обновляют имена зниклых воинов. Молодое поколение белорусов повинно памятать и шановать свою историю. Наставники и вучни Бычыхінскай школы и надалей плануют протягивать переписку с Волгоградской областью, как доведаться об цікавых фактах життя оборонцев городской земли. В эфире «Вечерний Витебск». У нас в гостях председатель Витебского областного совета депутатов и по совместительству председатель Витебской областной организации «Белая Русь» Владимир Владимирович Терентьев, председатель Новополоцкой городской организации Наталья Валерьевна Стегашова и председатель Полоцкой районной организации «Белая Русь» Ирина Николаевна Деминова. Добрый вечер нашим гостям, которые присоединились. Владимир Владимирович, ну вот конец года, наверное, самое время подводить итоги. Да? Что было сделано в уходящем году в рамках работы организации «Белая Русь», да, и насколько много, может быть, важных задач решено? Вы знаете, не только конец года, у нас завершилась отчетно-выборная конференция, которые проходили в этом году. Они знаменовали как раз определенный кусок работы, определенный временной кусок работы в организации, где в каждом регионе, в общем-то, подвели итоги, что сделано, поставили какие-то задачи. Но организация сегодня у нас насчитывает порядка 20 тысяч, это около 1000 первичек. И самое важное, хочу подчеркнуть, что наша численность не просто там на бумаге. Каждый из нас, скажем, голосует своими взносами, поэтому численность реальная, и каждый, платя взносы, скажем так, в организацию, не просто голосует своим рублем заработанным, но и отчисляет эти деньги на какие-то мероприятия. Мероприятий действительно у нас много. Хочу сразу подчеркнуть, что мы не подменяем ни профсоюзы, ни женские организации, ни какие-то молодежные. Мы заняли свою нишу, в этой нише работаем. У нас есть ряд своих каких-то акций, которые мы каждый год проводим, оказываем содействие и детям, и
престарелым, и молодежи, и женщинам. То есть, ну, мы работаем, будем так говорить, в своей нише, хотя же опять хочу подчеркнуть, с одной стороны, мы ни у кого не отбираем его кусок хлеба, но вместе с тем мы работаем, будем так говорить, плечо к плечу и с теми женскими, и с теми же детскими организациями, с теми же ветеранскими, профсоюзными. Но уже более конкретно, вы знаете, я думаю, что мои коллеги, они, как говорится, вот те самые, будем говорить, люди, которые работают напрямую в своих регионах, я думаю, что им есть что действительно рассказать. Коллег обязательно расспросим, но вот еще один вопрос. Мы сегодня встречаемся практически в канун новогодних праздников, и отсюда следует вопрос. Я знаю, что каждый год Беларусь организовывает различные праздники для самых маленьких жителей нашей области. Вот, может быть, немножко о том, какие праздники, какие подарки подготовили для детей в этом году. Во всех, без исключения, регионах уже идут эти мероприятия. Мне приятно сказать, что именно 14 числа, в первый день, когда началась акция «Наши дети», такое первое мероприятие провели именно в Полоцке, именно с Белой Русью. В ближайшие дни наша областная организация, мы уже несколько лет сотрудничаем с организацией «Дети в беде», там, где, к сожалению, у нас детки болеют болезнями, то есть мы каждый год им готовим подарки, проводим с ними либо в театре, либо в других учреждениях проводим утренники. В этом году тоже мы уже закупили сладкие подарки, но учитывая все-таки пандемийную ситуацию, что эти дети ослабленные, мы приняли решение, что с ними проводить мероприятия не будем. А так в каждом регионе проходят свои мероприятия с различными категориями детей и в детских домах, и в школах, и на улицах. То есть, вы знаете, последний, вот я скажем так, у нас работает наш телеграм-канал, и вот эти вот звоночки, которые проходят, тут прошло событие, у нас каждый день 3-4 мероприятия идет в регионах именно с детками. И идет очень активно. А на все хватает своих сил или кого-то нужно привлекать? Или численность организации такая, что, в принципе, найдется талант на любую сферу? Ну, там, я уже сказал, таланты мы, конечно, мы работаем сегодня совместно. Учитывая, что у нас есть возможность сегодня финансовая за счет того, что мы можем себе сегодня позволить купить детям какие-то подарки, купить какие-то учреждения, может быть, не только подарки, но необходимые вещи к Новому году. Но, естественно, мы подключаем и талантливую молодежь, и работников культуры. Наверное, не случайно среди нас и присутствуют, будем так говорить, и наши руководители тоже выходцы не просто из культуры, а представляли в том числе и, скажем, бывший руководитель культурного учреждения, поэтому, естественно, мы работаем, скажем так, не сами по себе. Беларусь не только подключает талант для того, чтобы порадовать детей, но и раскрывает таланты в самих детях. Мы знаем, что проводятся и конкурсы детского рисунка, и фотографии, и много других различных соревнований. В этом году мы знаем тоже, что было много различных. Традиционно каждый год мы обязательно проводим такое, это наше республиканское соревнование, называется «Золотое перо Беларуси», то есть мы ищем талантливую молодежь, которая, надеемся, станет, может быть, и знаменитыми поэтами, писателями, вполне возможно, журналистами, ну и традиционно, да, различные конкурсы и детского рисунка, и детских стихов. Стараемся развивать творчесть в молодежи. Понятно, опять же, хочу подчеркнуть, что многие общественные эти организации этим занимаются, но я считаю, что в работе с детьми никогда много не бывает. Никогда лишнего не бывает. Лишний конкурс, личная возможность сказать ребенку спасибо, поддержать его морально, а где-то и материально, мне кажется, это прекрасный стимул для растущего таланта. Владимир Владимирович, как вы уже сказали, очень важные функции возложены на районные организации, в том числе сегодня у нас в гостях представители Новополоцкой и Полоцкой организации. Давайте расскажем о том, какая была работа проделана в уходящем году. Может быть, начнем с Натальи Валерьевны. Мы знаем, что члены вашей организации принимали участие в различных акциях, круглых столах, диалоговых площадках на протяжении года. Насколько активно провели уходящий год? Ну, конечно, уходящий год мы провели активно, безусловно. В ноябре месяце состоялась 5-я отчетно-выборная конференция нашей организации городской. Мы подвели итоги, в общем-то, и приняли, в общем-то, такую резолюцию о том, что да, действительно, мы плодотворно работали, положительно работали. Наша организация в 2020-2021 году приросла и первичками, и членами организации. Мы укрепляем свои позиции. Это важно, чтобы сторонников, единомышленников, товарищей в нашей организации, людей с активной жизненной позицией стало как
как можно больше. Потому что Белая Русь, она всегда славится своими добрыми делами. Мы посчитали, что только вот за 2 года мы провели более 100 мероприятий. Это и благотворительные мероприятия, это общественные, гражданско-патриотические мероприятия. Вот. Поэтому нашей организации есть о чем, безусловно, рассказать. Если продолжить тематику подготовки к Новому году, проведения, как мы его планируем встречать. Конечно, планируем встречать активно. Это организация и традиционной акции с Белой Русью в Новый год. Это и брендовые акции благотворительные непосредственно нашей организации «Дети детям», когда ребята из учреждений образования, в общем-то, собирают для тяжело больных детей в нашем городе, для ребят, которые находятся в социальных учреждениях, подарки, чтобы чувствовать вклад каждого человека в это доброе дело. И пойдем поздравлять и дарить подарки нашим юным новополочанам. Конечно, в этом году мы вот решили сделать подарок для детей членов нашей организации. Мы организуем новогоднее представление во Дворце культуры «Нафтан», поэтому мы подключаем наши первички к этой работе. В общем-то, думаем, что Новый год мы завершим достаточно хорошо. Безусловно, важной составляющей в нашей организации является работа общественной приемной. Благодаря этой работе в приемной, в общем-то, мы помогаем и нашей власти, органам власти увидеть проблемы нашего населения. Помогаем здесь же на месте и решить многие вопросы. Благодаря работе общественной приемной мы приняли достойное участие в нашем городе в обсуждении и проекта Конституции, и предложений в конституционную реформу в нашем государстве. Что хочется еще отметить? Конечно, в организацию обращаются люди за помощью, или помочь, так скажем, людям с ограниченными возможностями, да, те же самые приобретения необходимых вещей, приобретение аккумуляторов в инвалидную коляску. Мы стараемся всегда помочь. Мы не одни, в организации достаточно много друзей. Хочется отметить, что это не только первичные организации, это добрые друзья, которые, в общем-то, и помогут в денежном плане решить вопрос, безусловно, это наши представители первичных организаций, которые всегда готовы пойти на помощь, на поддержку в решении любых вопросов наших новополочан. Новой формой работы в нашей организации стало обсуждение законопроектов. Вот, благодаря активной позиции нашего депутата Палаты представителей Карася Дениса Николаевича мы активно включились в эту тему и, в общем-то, имели возможность, в общем-то, обсуждать с членами нашей организации и ту же конституционную реформу. Да, это обсуждение кодекса о культуре, это обсуждение вопроса закона о государственной службе. То есть во все эти вопросы законодательства мы тоже были включены. Ну и считаю необходимым отметить тот момент, что, конечно, считаем важным, в общем-то, образовывать наших и членов первичной организации. Мы организовываем диалоговые площадки с участием экспертов. Приглашали для участия в таких мероприятиях и депутатов Палаты представителей, доктора исторических наук Мразолюка Игоря Александровича. Вот это и встреча и с Давыдько Геннадием Брониславовичем. Безусловно, мы проводим свои площадки по развитию нашего государства. Поэтому данную тему мы будем продолжать. Но видим необходимость работы и с нашей молодежью. Поэтому аккумулируем свои силы для того, чтобы и молодежный парламент, в общем-то, образовывать непосредственно. Мы вот готовим новый проект, который касается информационного обучения нашей молодежи. Но это вот то первое, что я бы хотела отметить. Спасибо, Наталья Валерьевна. Исчерпывающий ответ. Давайте перейдем к Ирине Николаевне. Ирине Николаевне есть что добавить? Да, Ирина Николаевна, ну, мы знаем, что вы возглавляете Болотскую районную организацию относительно недавно. Расскажите, что уже успели сделать, может быть, на чем
ну, расставляете акценты какие в работе. Я слышал о том, что вы активно взялись за социальные сети, работу в интернете. И еще одно важное направление – подготовка к референдуму по Конституции, который пройдет в феврале 2022 года. Благодарю за вопрос. На сегодняшний день мне бы хотелось отметить следующее. То, что Полоцкая районная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь» является самой массовой организацией. И я уверенно могу ответить то, что численность нашей организации – это палачане-патриоты. Это палачане-патриоты, которые понимают и осознают ту ответственность за настоящее и будущее нашей страны. Это палачане-патриоты, которые поддерживают главу государства. Наши первичные организации, председатели первичных организаций и их члены активно сотрудничают с общественными объединениями и организациями. Это и Белорусский республиканский союз молодежи, и ветеранская организация, и Белорусский союз женщин, и другие. Да, вы как отметили, мы активно ведем нашу страничку, создали аккаунт в сети Instagram, и там мы размещаем не только постмероприятия, которые уже свершились, а также анонсируем о тех событиях, которые пройдут в нашем городе по линии нашей организации. Например, в апреле 2022 года нашей Полоцкой районной газете исполнится 105 лет. И на данный момент мы запустили видео-челлендж от нашей организации, где необходимо членам Белой Руси сделать свое видеообращение поздравления нашей газеты на фоне достопримечательности нашего города, на фоне достопримечательности Беларуси, и отметить в социальных сетях и Полоцкий Вестник, и Белую Русь. Какая-то обратная связь есть вот за то время, что вы работаете в этих соцсетях? О чем больше спрашивают, о чем вам пишут? В комментариях, там, личные сообщения? В комментариях хочется отметить, что у нас положительные отзывы. И это очень важно. Важно вести диалог. Если говорить о социальных сетях, то люди зачастую обращаются по разным вопросам и по разным направлениям. И мне отрадно отметить, что нас поддерживает власть в этом плане, Полоцкий районный исполнительный комитет. И любой ответ мы можем найти в любом управлении отделе, чтобы Найти решение. Да, найти решение и помочь нашим жителям. Но мы уверены, что положительных комментариев в 2022 году будет больше, не только в социальных сетях, наверное, но и вживую, при живом общении. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в гости. Поздравляем вас, конечно же, с наступающим Новым годом и желаем, чтобы в 2022 у вас обязательно все получилось. Прямо сейчас посмотрим рубрику «Афиша», затем вас ждет еще музыкальный номер. Оставайтесь с нами. Выставочный зал «Духовской круглик» приглашает детей и взрослых на увлекательную новогоднюю экскурсию в гостях у старой башни. Посетителям расскажут, как появилась традиция украшать елку и кто был первым Дедом Морозом. К слову, на самом высоком уровне «Духовского круглика» открывается сказочная панорама Витебска. В Художественном музее Витебска международная детская выставка-конкурс, посвященная Илье Репину под названием «Путешествие по искусству с детьми». Художественный проект объединил таланты из 16 стран. На выставке представлены работы детей и подростков от 5 до 18 лет. Это натюрморты, пейзажи, портреты, абстрактные композиции. В Витебском областном краеведческом музее выставочный проект коллекционеров Елены и Олега Карпицких «А в детство заглянуть так хочется». Представлены куклы, игры и игрушки эпохи Советского Союза. Выставку дополняют детские книги издательства «Народная света», а также современные куклы ручной работы проекта «Лялька Бай» Центра детей и молодежи Глубокского района.
эфире «Вечерний Витебск». Ну и нам остается только послушать замечательный музыкальный номер, который прямо сейчас прозвучит в нашей студии. Мы же с вами прощаемся. Увидимся на том же самом месте в то же самое время. Это будет группа «Автограф» детской музыкальной студии «Альтанка». Вам мы желаем нескучного вечера и увидимся в «Вечернем Витебске». Пока. Хрустальное вино.